Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть в игру под названием Хобобоб, или же Бомжбоб. Нам надо будет проходить вот этим товарищем до 17 левела. И это будет довольно-таки забавно, как он-то все будет проходить. Мы попали якобы на какой-то, завод, да. Мы хотим, видимо, идти на завод, я не знаю, что мы хотим еще. К этому не пришли, пришли мы туда, видимо, на собеседование в трусах. Чего бы и нет, все так делают. Я тоже, если приду на собеседование, обязательно пойду в трусах, да. Здесь надо успевать нажимать кнопки, это игра на реакцию у нас получается. Но классно очень сделано, мне понравилось именно визуально, как она выглядит. И музыкально, музыка, конечно же. А, фак, черт, я пока рассказываю, отвлекаюсь и поэтому убиваюсь. Потому что за один раз прошел спокойно все эти левелы я. Когда первый раз ее видел, сейчас уже что-то не то. Теряю форму, когда начинаю что-то делать. Воу, сейчас как-то был передоз прыжков, по-моему. Но ничего, мы справились, все отлично, идем дальше. Так, следующий левел. Так, ты чего у меня не двигаешься? А, точно, левел уже двигается. Я что-то на стрелочках пытаюсь его подвинуть почему-то. Так, теперь мы разбиваем стены. Оп-оп, теперь надо прыгать и разбивать стены. С каждым разом будет все труднее. Все больше и больше всяческих проблем будет появляться у нас. Надо будет прорываться. Мы же все-таки хотим найти себе, видимо, работу и наконец купить себе штаны, возможно. Куда? Че ты пошел-то туда? Да-да, знаю, что прыгать надо. Вот я прыгаю, все, иди в яму. Не знаю, как я упал туда, но ладно. Оп. Возможно, кстати, смотря по тому, как он бьет по этим стенам, он когда-то был балериной, видимо. Такие финты крутит, что вообще. И он, видимо, явно не на ту работу пошел. Будет смешно, если в итоге его накажется главой этого места. Типа, у меня своеобразный подход к своему бизнесу. И нам, типа, решили соврать название, что он Хобобоб. На самом деле он Хобобуба какой-нибудь. Ей! Вы прошли. Анимация классная очень, мне нравится. Именно, по сути, такая игра на реакцию, но, блин, как она сделана. Класс. Так, ох, теперь мы должны гринд. Ох, теперь довольно непросто. Ну, надо уже что-то придумывать. Ай, фак, да ладно, так отнесло жестко. Давай, грин. Оп. Воу, вот это было классно, кстати. А, фак. Да ладно, я... Как я так не успеваю? Просто отжал. Зачем держать? Фуф, он сам дальше поедет. Ты че? Да, еще потом пару кнопок появится у нас. Конечно же. Фак! Я ненавижу это место. Это тут именно этот момент. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, сейчас надо бить. Бить! Да! Как так-то, а? Что за место проклятое? Это ж вообще легко. Чего мне не получается? Ух, прошли, все. Я уж думал, сейчас все, опять заново придется бежать. Так, вот теперь уже должно быть посерьезнее. Всего 17 левелов, как вы понимаете, сложность довольно неплохо будет нарастать. Все, давай. Сейчас будет стол где-нибудь, да. Я знал, что ты тут будешь, воу! Да-да-да. Ну, блин, какой-то супергерой просто бежит и столбы на скорости сносит, это вообще... Как вы думаете, какая у него вот у Хоба могла быть предыстория? Что он все-таки делал? Почему он настолько сильный, прыгучий, супергеройчий? Пишите в комментариях свое мнение. Мне кажется, он когда-то был супергероем и стал бомжом. И пытается как-то использовать все свои способности, которые у него остались. Во имя. Во имя справедливости бомжей, я не знаю. Наверное. Так, ну что, 6-й левел уже. Теперь надо 4 кнопки. Я надеюсь, больше кнопок не появится.
потому что это уже весьма нелегко. Воу, что я сейчас сделал? Стоп, я не показался ли я? А, пока... Лол. Если просто кей нажимать, то он будет просто бежать и... Нитро! Да... Ненавижу столбы, мне это напоминает костылеванию. Там, конечно, не было столбов, но каждый раз, когда ты в что-нибудь врезаешься, по-любому падаешь в яму! Я кассел перепутал. Все, что ли? Я только более-менее сконцентрировался и как-то быстро прошли. Так, 7-й левел. Что? Пойдем. Музыка, кстати, что-то напоминает немножко мне вот это вот. Хотя мы в некотором смысле тут сами музыку создаем каждыми движениями. Такие всякие эти добавляются звуки, и у нас происходит всякое непонятное. Так. И, ну что-то пока легко идем. Ух ты, большая площадка. Что это означает, интересно? Новая проблема? Фак! Треть, еще одна кнопка. Вот теперь я уже начинаю путаться. Понятно, большие платформы открывают новые кнопки. О, это ж капец теперь. Хаос, ломай, круши, ползи. Черт, еще одна кнопка просто выводит из себя. Куда ты? Я ж нажал катиться. Ты че не катишься? Это нормально-то, а? Ты на работу не хочешь? Ты не хочешь сделать себя нужным? Старайся лучше, давай. Кооперируй со мной. Да... Это место просто пенетрейтит меня конкретно. Так, на какую кнопку? Я уже все начал забывать. Так... Нет, я уже просто запутался. Так, ладно. Почему я нажал только что на пробел, чтобы прыгнуть? Так, оп, оп. Прыг, оп, 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 слайд. Скользи, сейчас будет открыть. Скользить, бить. Скользи. А, я вообще кнопку не ту зажимал все это время. Лол. Я думаю, почему он не бьет? Да фак, что происходит? Мама, я хочу домой. Так. Да ползи ты! Нас никогда не возьмут на работу, если ты так будешь. Я даже не знаю, я вначале не успел прочитать, на работу ли он идет, но я буду думать, что он идет на работу. В яму, да. Усом тактик. Это еще лучше. Ненавижу это место, где надо скользить. Вообще ямы ненавижу. Лучше в столбы тыкаться, чем в яму падать. Так, сейчас открываем, скользим, бьем, скользим, прыгаем, скользим. Фак, я даже что-то нажал из-за этого всего и умер! Ну ладно, блин. Я случайно нажал на мышку. Она лежит прям под рукой. Сейчас открываем, скользим, бьем, скользим, прыгаем, скользим. Слайдим. Открываю. Yes! Блин, я думал, что не пройду этот уровень. Грёбаный левел. Чёрт, там еще будет какая-то кнопка. Скольжу. Открываю. Скольжу. Слайд. Чёрт. Не то нажал. На. Вы об этом догадались. Я без прыжка вообще не могу на эту Есть, конечно, я знаю, есть одна игра, где можно делать подкатами, можно перепрыгивать, но... тут это не работает, к сожалению. Да, отлично, с разбегу в стену, почему бы и нет. По 5 очков получаю, ё-моё, мне сейчас не простят ни одной ошибки, если я что-нибудь сделаю.
Ну как-то слишком легко. Когда входишь вообще в этот... В этот самый, да. В раш. Тогда... Уже начинается просто как-то слишком легко. Когда ты начинаешь успевать реагировать на все остальное. Так вот, что-то слово долго не мог подобрать. Оторвите у меня кто-нибудь пробел, пожалуйста. Это просто кнопка ада. Я не могу, я привык, что на пробел надо прыгать. И все, капец. Нет! Я хочу посмотреть, что будет за кнопка следующая. Просто интересно, что я даже буду еще делать. Да зачем ты подкат делаешь? Ненавижу. Че ты пердишь? Надо прыгать, а не пердить. Фух. Я нажал кнопку! Ну я ж нажал ее, ёпарасоте, реально нажал? Ну блин, слишком поздно походу. Да иди ты в баню, грёбаные столбы. Понавешали тут, понастроили столбов. Вообще о бомжах не думаю. Представлю себе, если я не один такой бомж на всем этом свете. Хотя, если представить, что каждый раз сюда падает бомж в яму, то... То, возможно, на самом деле, каждый раз сюда забегает новый бомж в трусах. И это на самом деле клоны. Это фабрика по производству клонов. И мы пытаемся ее уничтожить, возможно. Yes! О, да! Дошел! Я сделал это. Что за кнопка? Давайте, помучите меня еще. Что? Стрелять? Стрелять по роботам? Вот. С ума сойти. Ладно. На этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась флешка. Она просто безумная. Пройдите ее полностью. Обязательно. Там будет еще кнопка. Смотрите, Trust Level, еще одна кнопка. Поэтому... Кто пройдет, наверное, будет вообще прям героем. В описании, конечно же, ссылка на игру. Также плейлист на другие флешки, которые мы играли до этого. Обязательно загляните, если не видели. И да, сервер Майнкрафта там тоже. Играйте, присоединяйтесь. Там здорово. Ладно, это все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока!